Ну и вот, короче, что я доделываю, да, он уже прошел, все, я там все ему распоклевал, покрасил. Интересоваться, надо ли оформление какое-то еще дополнительно делать? Камешки. Подставочку сделал, камешки искусственные там. Прикрепил, просто я могу эту всю подставку всю закрыть там, да, там. Хом там. Шайник и так далее. И так вот пойдет. Просто хочу мнение, как будет.